Угощайся, Вика. Спасибо. Эй, это не вам! Отдайте! А вы знаете, что в школу носить еду нельзя? Не твое дело! Это не еда, это просто йогурт. Отдайте! Отдадим, только в учительскую. Заучу по воспитательной работе. Пошли? Пошли. Да никому они не отдадут, сами слопают, я знаю. Не печалься, Рома, у меня печеньки есть. Вкусненький был йогурт. Да, только есть еще хочется. Согласен. А мне с собой не дают брать еду. Мне тоже. До обеда еще далеко, а у меня уже живот урчит. Слушай, а давай что-нибудь придумаем? Пошли? Пошли. Лиза, ты любишь готовить? Не знаю, хочу научиться. А я люблю. Мы вчера с мамой пирожки стряпали. Хочешь попробовать? Хочу. Держи. А мясные нельзя долго хранить. Они портятся. Так мы их вчера вечером испекли. К тому же они с картошкой. Стоп! А вы знаете, что еду в школу приносить нельзя? Ну мы тихонько, никто не увидит. Нет, мы эти пирожки должны унести в учительскую. А хотите, я вас сейчас угощу? Угу. Держите. Проглоты. Мы? Эй, вы что? Это нам. Это в учительскую. К заучу. Такие наглые. Хоть бы спасибо сказали. Смотри, что делают. Они как хищники у слабых еду отбирают. Ну, надо бы их как-нибудь проучить. Надо бы. Ну как? Люблю газированные напитки, особенно после тренировки. А ты каким видом спорта занимаешься? Бег на короткие дистанции. А ты вроде бы каратист? Да, я хожу в карате. У меня оранжевый пояс. Ого! Пошли? Пошли. После этих пирожков так пить хочется. Славик, смотри. Ого! Эй, мелкие, а вы знаете, что в школу еду носить нельзя? Давайте сюда, мы отнесем это в учительскую. Давайте, давайте-ка, быстро. Ух ты, быстро бегает. А ты давай сюда. Сейчас дам. Слушай, у него напиток газированный. Я как-то с газом не очень. Я такой тоже не очень люблю. Пошли. Пошли. Ух, я бы им надавал, если б догнали меня. А чё? Ну вот, хоть кого-то они испугались. Я бы на месте Богдана надавал бы им по-настоящему. Интересно, что будет дальше? А что будет дальше, смотри прямо сейчас. Продолжение здесь.